То есть давайте я быстренько напомню, что перестановка множества натуральных чисел. Перестановка. Это у меня будет отображение k равное k от g, или как я его обозначал, сигма? Сигма? Да? Ну давайте сигма. Сигма равное сигма от g, да? Это просто взаимно однозначное отображение n в n, да? То есть биекция. Биекция. И мы его называли перестановкой с вами. И мы ввели такие еще два параметра, я напоминаю. Нет, все-таки, мне кажется, на лекции я обозначал k от g. M. M? Хорошо, давайте M. M от g. И я еще вводил таких два параметра. M большое, N. Это у меня было максимум по всем g от 1 до N вот этого M от g. Да? Вот такое было число. И было вот такое число M. Маленькая n, это по определению у меня был инфимум m от g по g больше, чем n. Да? Были такие у меня параметры. И мы с вами доказали, что, во-первых, mn стремится к плюс бесконечности при n, стремящемся к плюс бесконечности. M маленькая n тоже. Это все в прошлый раз у нас было. И еще мы доказали, что m от g стремится к бесконечности при g, стремящемся к плюс бесконечности. Это все в прошлый раз у нас с вами было. А, k, n, все, понял. Вот так, да? K маленькая n, а это k большое n, да? Все, окей. Ну, хорошо, это все совершенно не важно, как это обозначать. Хорошо, теперь мы можем применить эти знания для того, чтобы доказать теорему о перестановке. Пусть у меня есть абсолютно сходящийся ряд. Давайте так вот. Тогда, раз у меня m было вот здесь заиграно, да, то главное, чтобы я не запутался сейчас во всех этих индексах. А m абсолютно сходящийся ряд. И пусть у меня m это какая-то перестановка, да? Ну, давайте лучше все-таки, я не знаю, давайте лучше ожитое здесь поставим, чтобы не перепутать с вот этой. А m — это какая-то перестановка. То есть это просто биекция из натуральных в натуральных. Окей? И это совершенно произвольная перестановка. И тогда, после этой перестановки, ряд будет все равно абсолютно сходиться. Тогда ряд... Сумма по g от 1 до бесконечности а m от g тоже абсолютно сходится. И его сумма равна сумме исходного ряда. Ну, то есть мораль этой теоремы очень проста. Вот был у вас какой-то ряд изначальный, и вы сказали, а почему я его суммирую подряд? А первый, а второй, а третий? А если я начну его перетасовывать как-то, да? Сначала возьму десятый элемент, потом второй, потом сотый, потом третий и так далее. Поменяется ли чего-то от этого? Ничего не поменяется, если вы изначально имели информацию об абсолютной сходимости ряда. Это очень важно. Если эту абсолютную сходимость не требовать, то, к сожалению, ничего не получится. Ну, давайте мы это докажем. Во-первых, мы хотим доказать, что у меня ряд AM от G сходится абсолютно. Покажем сначала... что ряд вот этот вот... сходится абсолютно. Ну, для этого что я сделаю? Я просуммирую до какого-то параметра, то есть возьму сумму по g от 1 до произвольного числа n натурального вот этих вот чисел a, m от g. И возьму от них модуль. Окей? Okay.
Что я замечу, что теперь мне понадобится вот эта вот штучка. Смотрите. До каких максимальных индексов по m я добегаю? Ну вот до вот этих, да? Ну то есть дальше этого индекса в исходном ряду, то есть когда я начинаю перебирать g от 1 до n, m от g у меня болтается ну не больше, чем вот в этом диапазоне от 1 до kn. Правда же? Поэтому я тогда могу сказать, что эта штука у меня оценится просто суммой по g от 1 до вот этого k большое n членов исходного ряда. Согласны? Ну хорошо, но что означает, что исходный ряд сходится абсолютно? Это означает, что ряд из модулей сходится. А сходимость ряда из модулей чему равносильна? Конечности супремума, да? То есть, смотрите, что я делаю. Я для любого n натурального замечаю вот такую штуку. Да? Но тогда вот это меньше либо равно, чем супремум по всем k большим натуральным суммы по g от 1 до k большого какого-то модулей ожитых. А абсолютная сходимость ряда означает, что этот супремум меньше плюс бесконечности. Окей? Но это неравенство было справедливо для любого n маленького натурального. Значит, я могу взять супремум от левой части. То есть возьмем теперь супремум по n маленьким. И что тогда получится? Отсюда у меня будет следовать, что супремум по n маленьким суммы по g от 1 до n модуль а m от g будет оцениваться чем? Супремумом по k большим суммы по g от 1 до k большого изначального ряда модулей. Ну и все. А это меньше плюс бесконечности. Значит, мы получили, что супремум по n маленьким меньше плюс бесконечности, а это равносильно абсолютной сходимости. G от 1 до n модуль а mg то меньше плюс бесконечности. Мы с вами знаем в силу теоремы Вейерштрасса, поскольку по n последовательность частичных сумм не убывает, да, потому что здесь модули стоят. Значит, конечность супремума, отсюда следует, что существует предел при n стремящемся к бесконечности, равный как раз этому супремуму. Сумма по g от 1 до n модуль а m от g равный как раз супремуму по n. Да? Ну и это меньше плюс бесконечность. Все, значит, ряд абсолютно сходится. Следовательно, переставленный ряд, ну, после вот этой перестановки абсолютно сходится. Переставленный ряд сходится абсолютно. То есть первую часть мы доказали. Мы показали, что ряд сходится абсолютно, даже если мы его переставили. Ну, здесь ничего сложного нету. Мы использовали только вот этот факт. Да? Хорошо, дальше-то что мы делаем? Дальше нужно показать, что сумма не изменится. То есть от того, что я взял сумму исходного ряда, она должна не измениться при перестановке. Давайте мы вот это проверим теперь. Это уже чуть-чуть посложнее сделать. Давайте мы введем такие обозначения, чтобы было чуть-чуть полегче. Для любого g натурального я скажу, что у меня а с волной g это и есть ам от g. И тогда я скажу, что у меня snt это кто будет такой? Это сумма по g от 1 до n изначальная. А вот sn с волной это у меня будет сумма по g от 1 до n, а g с волной. Но еще мы давайте введем такую как бы сигма n. Это у меня будет сумма по g от 1 до n модуль ожиты. Вот такие вот обозначения, сейчас они нам будут нужны. Если я хочу доказать, что у меня
сумма переставленного ряда совпадает с суммой исходного ряда, это означает, что мне нужно доказать, что предел SN-ного равен пределу SN-ного с волной. Правильно? Ну или что равносильно, что предел их разности равен 0. Так давайте мы это посмотрим, как нам это доказать. Попробуем оценить разницу SN и SN-ного с волной. Вот я фиксирую произвольное натуральное число N и посмотрю на вот эту разность. Давайте посмотрим. Ну, подставляем, что здесь написано у меня. Сумма по G от 1 до N. Здесь у меня будет A M по G минус сумма по G от 1 до N изначального ряда, да? A от G. Мы знаем следующее. Давайте так сделаем. Мы уже доказали, что у меня переставленный ряд сходится абсолютно. Да? Если он сходится абсолютно, то он просто сходится. Значит, эта штука стремится к какому-то S с волной, число, да? А эта штука стремится к какому-то S, число, при N стремящемся к бесконечности. Это мы знаем. Нам вопрос только в том, чтобы доказать, что они равны. Поэтому давайте мы, если мы будем сравнивать вот так, SN и SN с волной, мне это мало чего даст. Чего мне нужно сравнивать? Мне нужно попытаться вычесть. Вот что нужно сделать. Смотрите, вот после того, как я сделал перестановку, я вам сказал, что вот эти m от g, они где болтаются? А когда g пробегает от 1 до n. Вот что важно. Когда g у меня пробегает от 1 до n, у меня m от g где находится? От 1, да, до какого-то вот этого k большое n, то, что я называл, да? Поэтому по-хорошему мне что нужно сделать? Я хочу удалить эти все слагаемые. Как мне их удалить? Тогда надо взять сумму sn какую? Чтобы заведомо все вот эти удалить вот здесь со знаком минус, нужно взять до kn на самом деле. Поэтому давайте мы сделаем не sn, а skn. И здесь тогда у меня будет... Здесь до n, а здесь у меня будет kn. Во, отлично. И тогда все вот эти друзья, когда g меняется от 1 до n, они присутствуют здесь. Понятно, да? Но есть и еще что-то. Поэтому давайте мы скажем, что эта штука, она просто чем тогда оценится? Она оценится суммой по g, g от 1 до k от n. А житое, да, и при этом я не должен попасть вот в эти m житые, да, то есть g не равно, то есть g не принадлежит вот этим кусочкам m первое, m второе, m n т. Согласны? Потому что мы их выкинули, грубо говоря. Вот такая вот сумма получается. Да, и мы можем ее по модулю даже взять. Мы можем ее по модулю. Ну почему? Потому что я их сначала вычел, а дальше модуль суммы не превосходит сумму модулей. Значит, сумма идет по всем g от 1 до kn, и g не принимает значение m1, m2 и так далее, mn. Отлично. Но если g не принимает эти значения, то что это означает? Давайте мы вспомним еще раз. У меня был введен k большое n, это у меня был максимум m житых, да, m от g. А еще у меня был введен k маленькое n. Это кто был у меня? Это был инфимум, да? Инфимум m от g по всем g больше n. Но если теперь g не попадает в эти значения, то на самом деле вот эта штука, ее можно оценить суммой от k маленькое n до k большое n, модуль а житые. Сейчас я сначала напишу, потом попробую пояснить. Но мы с вами доказали, что k маленькое от n стремится к плюс бесконечности, и k большое n стремится к плюс бесконечности при n стремящемся к плюс бесконечности. Правда же? А поскольку, как мы уже поняли, в смысле, нам дано, что ряд сходится абсолютно, значит, эта штука будет стремиться к нулю при n, стремящемся к бесконечности.
Окей? Ну, а если это будет так, то смотрите, что мы получаем. Если SKNT минус S с волной NT стремится к нулю, то это означает, что предел SN с волной, предел S с волной NT при N стремящемся к бесконечности равен пределу SKNT. Но SKNT это подпоследовательность последовательности SNT, поэтому у нее предел такой же. При N стремящемся к бесконечности равен S. А этот был S с волной. Таким образом, суммы у них совпали. Вот что произошло. Понятно, да, что мы делаем? То есть еще раз, я выкидываю здесь. То есть смотрите, я выкинул m1, m2, mn. Если я их выкинул, то какие здесь остались элементы? Если что-то и осталось, да, вот еще раз смотрите, вот в этой сумме, если что-то и осталось, то что осталось-то? Ну, какой-то mn плюс первый, mn плюс второй и так далее, да? Но поэтому сумма-то пойдет от инфимума этих чисел до максимума вот этих чисел. Поэтому я и здесь это и написал. Вот это понятно неравенство откуда взялось? То есть, еще раз, да, здесь я m1 написал, здесь m от единиц. Мы же договорились в скобочках писать. То есть, g, если g не совпадает с m от единицы, m от двойки и так далее, то что осталось-то? Осталось m от n плюс 1, m от n плюс 2 и так далее. Правильно? Эти же остались индексы вот в этой сумме. Ну, то есть, либо я ее всю исчерпал, либо там что-то осталось. Ну, то есть, если там что-то и осталось, то только вот отсюда. Возможно, они у меня какие-то там, ну, я написал g от kn до kn большого, да, то есть, как бы, это при условии, что у меня не исчерпалась эта вся сумма. Если она исчерпалась, то, конечно, здесь kn, он будет меньше, чем kn, да. То есть, понятно, я априори, я не знаю соотношений между вот этими числами. Но если у меня что-то осталось вот в этой, да, то есть во всех индексах от 1 до kn я не исчерпал вот эти m1, m от двойки, m от n, не исчерпали все эти индексы. Значит, там что-то же осталось, потому что у меня же биекция. Я напоминаю, что m это биекция. Что это означает? Что каждое натуральное число имеет образ, натуральное число, и каждое натуральное число имеет прообраз, да? Если среди этих чисел от 1 до kn не все были перебраны в результате вот этого m1, m2, m и так далее, mn, значит, что-то там осталось. Значит, то, что там осталось, должно быть к чему-то в соответствии поставлено. Правда же? Вот, но поэтому я и беру здесь инфимум от этих штук. Ну все, значит, это вроде мы доказали. Хорошо. Теперь самое интересное, это что будет, если ряд не сходится абсолютно, а к нулю стремится, потому что k маленькое n стремится к бесконечности, и k большое n стремится к бесконечности. Если угодно, в силу критерия Каши можете считать, да, то есть как бы, ну, даже не так, я могу что сказать, я могу от kn маленького до kn большого заменить грубо от kn маленького до плюс бесконечности. А это будет хвостик сходящегося ряда. Хвостик сходящегося ряда стремится к нулю. То есть, как бы я это явно не проговаривал никогда, но давайте мы просто это заметим. Такое нехитрое наблюдение, что сходимость ряда... Давайте заметим, что сходимость произвольного, ну, какого хотите ряда, BGT, это просто равносильно тому, что сумма по G от N до плюс бесконечности BGT стремится к нулю, при n стремящемся к бесконечности. Вот и все. Ну, то есть здесь на самом деле небольшое как бы читерство зашито. В каком плане? Что BGT, если сходится, да, то существует предел частичных сумм. Если предел частичных сумм существует, то понятно, что тогда можно писать вот этот ряд, да, но он, да, будет стремиться к нулю. Ну, то есть не то, что читерство, а нужно немножко понимать, что априори-то я не знаю, могу ли я писать вообще вот эту сумму до бесконечности или нет. Ну, могу, потому что если BGT сходится, то и этот сходится. И более того, если он сходится, то что это означает? Частичные суммы куда-то стремятся. А если они куда-то стремятся, то значит остаток стремится к нулю. Обратно, если эта штука стремится к нулю, то тогда вот это куда-то стремится. Ну, то есть как бы это очевидно, плюс-минус.
Это утверждение из разряда, если АН стремится к А, то АН минус А стремится к нулю. Да? То есть это примерно про это же. Вот. С поправкой на то, что такое ряд. Но вот здесь это и использовано на самом деле. Здесь самое главное даже не это, самое главное понимать, почему стала сумма от k маленького n до k большого n. Но я это два раза вроде проговорил. Да? То есть, как бы, если вопросы остались, я на перемене готов ответить. Вот. Ну, то есть, потому что мы перебираем просто все числа, у нас биекция, я напоминаю, m от g биекция. Поэтому если g не пробегает, не принадлежит m1, m2 и так далее, mn, и здесь что-то осталось, значит, она принадлежит остальным. Да, m от n плюс 1, m от n плюс 2 и так далее. Ну, поэтому, если я возьму от инфимума до вот этой, то это будет даже грубее, да, то есть я оценю с запасом даже. Вот. Хорошо. Ну, в смысле, не то, что грубее, а не хуже. А теперь мы с вами перейдем к очень важной теореме, теорема Риммана о перестановке. О перестановке членов условно сходящегося ряда. Оказывается, что если ряд сходится условно, а что означает сходится условно? Это значит, что он сходится, но не абсолютно. Да? То есть сходится, а если повесить модули, то разойдется. Тогда для любого x из R с чертой даже, Существует перестановка mx из n в n такая, что ряд a mx по g, ну, давайте здесь g поставим. Сходится к x. Ну, в том случае, когда x равен плюс или минус бесконечности, фраза, что ряд сходится к x, конечно, не хороша. Но давайте мы так скажем, что если ряд сходится условно, то для любого x из R существует перестановка такая, что AMX от g сходится к x, это понятно. А если x равен минус бесконечности, то существует перестановка такая, что ряд расходится, и при этом его частичные суммы стремятся к минус бесконечности. Если x равен плюс бесконечности, то существует перестановка такая, что частичные суммы стремятся к плюс бесконечности. Иными словами, в результате перестановки можно получить все, что угодно. Понятно, да? Именно это и объясняет термин условная сходимость. Да? То есть вы никогда не задумывались, почему она называется условной. Ну вот абсолютная сходимость понятна, там модуль стоит, как бы absolute value, да, поэтому она абсолютная. А почему вот эта сходимость называется условная? Потому что она зависит от того, что вы понимаете под рядом. И если вы под рядом понимаете суммирование подряд идущих, вот как они даны, то вы получаете одно. Но если вы переставили, то получается совсем другое. То есть, грубо говоря, сумма ряда зависит от того, при каких условиях вы его суммируете. Вот. Поэтому эта сходимость называется условной. Хорошо. Ну, давайте доказывать. Сначала я расскажу вам идею основную. То есть, что нужно помнить, чтобы эту теорему доказать, это основная идея. Она не очень сложная. Смотрите, если ряд сходится условно, но не абсолютно, что это означает? Если я его разрежу на положительную и отрицательную часть, то эти обе части, они будут очень большие. В каком смысле? Если я отдельно посуммирую положительные части, я разойдусь. И отдельно посуммирую отрицательные части, я разойдусь. Почему это так? Ну, потому что если бы отрицательная часть была маленькая, а положительная очень большая, то была бы абсолютная сходимость, грубо говоря. То же самое и наоборот. Если бы положительная часть была очень мала, а отрицательная очень... В смысле, наоборот, извините. Если бы положительная часть очень велика, а отрицательная очень мала, то тогда бы не было условной сходимости. Вот. То же самое и наоборот.
Короче говоря, тот факт, что сходится условно, означает, грубо говоря, что у меня есть две бесконечности. Одна с плюсом, одна с минусом. И они друг друга гасят по мере вот этого движения по суммированию. Понимаете? А коли так, то мы можем считать, что у меня есть две бездонные бочки. Одна положительная, другая отрицательная. И мне дан какое-то число x. Да, вот ось. И я начинаю сначала добирать из положительной бочки. Иду, хоп, перебрал. Начинаю добирать из отрицательной бочки. Иду, раз, спустился. Потом начинаю опять брать из положительной бочки. Хоп, поднялся. Потом из отрицательной, хоп, спустился и так далее. Вы спросите, а почему же произойдет стабилизация тогда к иксу? А потому что ряд сходится условно, и члены стремятся к нулю. Вот в чем дело. А то, что они стремятся к нулю, что будет означать? Я просто возьму недолет, и после которого начинается перелет. И тогда от недолета до перелета что меня будет разделять? Как раз тот элемент, который я прибавил, чтобы перелететь. Понятно, да? То есть моя поправка от отклонения при очень больших номерах будет не превосходить члена, который стремится к нулю, грубо говоря. Поэтому к иксу я сойдусь. А что делать, если x равен плюс или минус бесконечности? Ну, тут еще проще. Если x равен плюс бесконечности, то я, грубо говоря, беру большое натуральное число, перемахиваю через него за счет добавки плюсов, потом откатываюсь минусами до n пополам. Потом плюсами перескакиваю за 2n, откатываюсь на n. Потом на 4n, на 2n. И вот так вот, вот такими раскачками иду в плюс бесконечность. Понятно, да? То же самое в минус бесконечность. То есть выглядит это немножко рукомахательно, но на самом деле здесь все аккуратно в том плане, что мы так с вами определили сходимость ряда, к сожалению. То есть само определение у нас достаточно дефектное получается. Вот. Ну, давайте теперь степ-бай-степ. Значит, что мы сначала сделаем? Мы определим не отрицательную часть у ряда и не положительную часть. Да? То есть пусть у меня bkt – это все неотрицательные члены ряда ожитого. Ну, давайте так, пусть bkt – это последовательность всех неотрицательных ожитых, взятых в порядке следования. То же самое, пусть у меня ckt. Это, наоборот, последовательность всех отрицательных. Последовательность всех отрицательных, взятых в порядке следования. Еще раз, внимание, их нумерация уже не та, что в исходном ряду. Да? То есть я что делаю? Я бегу, нашел первый неотрицательный. И это какой-то а-сотый. Так вот, а-сотый – это b-первый. Понятно, да? Дальше, бегу, на каком-то тысячном номере g у меня второе неотрицательное число, а до этого были все отрицательные. Значит, у меня b-второй – это а-тысячный. Понятно, да? То есть здесь нумерация своя в ожитых, здесь своя, просто в порядке следований. То же самое с цикатами. Хорошо. Когда мы эту процедуру сделали, нам нужно заметить следующее. То если я теперь рассмотрю ряды бкаты и цикаты, то они будут расходящиеся. Давайте мы сделаем, разобьем доказательство на несколько шагов, но так действительно удобней. Значит, шаг первый. Покажем, что ряды bkt и ckt расходятся. Покажем, что сумма по k от 1 до бесконечности bkt расходится. И сумма по k от 1 до бесконечности ckt расходится. Ну, давайте методом от противного рассуждать. Здесь, к сожалению, по-другому никак. Предположим, противное. Здесь нужно рассмотреть у нас несколько вариантов.
Ну, какой первый вариант? Оба они сходятся, да? Пусть БКты и ЦКты сходятся. Но тогда что получается? Поскольку БКты — это все отрицательные, значит, минус БКты — это модули их, да? Но тогда получается, что у меня сумма по К от 1 до бесконечности минус БКты сходится. И сходится сумма по К от 1 до бесконечности из ЦКты. Ой, извините, минус ЦКты. Минус ЦКты, БКты, что у меня... не отрицательно. Но что это означает? Это просто равносильно тому, что у меня супремум по n конечен, сумма k от 1 до n бкатова. Да? И здесь у меня супремум по n конечен минус ckатова. Сумма по k от 1 до n минус ckатова. Но тогда, если я возьму исходный ряд из модулей, по k от 1 до n, если я возьму сумму модуль акаты, то среди них есть бкаты и цкаты. Правда же? И количество бкаты и цкаты уж точно не больше, чем n. Правда же? Здесь всех слагаемых n. И отрицательных, и неотрицательных. Значит, поэтому я могу грубо сказать, что это меньше либо равно суммы по k от 1 до n БКТ минус сумма по К от 1 до Н ЦКТ. Согласны? Ну, а это можно переписать вот так. Минус. А тогда, если я возьму супремум вот этого по Н, это будет меньше либо равен супремум вот этого по Н, а он будет не превосходить суммы супремумов. Супремум по Н первой суммы. Чего здесь у меня было? БКТ, да? Плюс супремум по n второй суммы. К от 1 до n минус ckt. Ну, а эта штука меньше плюс бесконечности. И что мы получили? Я вас поздравляю, что тогда супремум по n суммы из модулей акаты меньше плюс бесконечности. Значит, ряд сходится, а это не так, потому что мне дано, что он сходится условно. Следовательно, сумма по k от 1 до бесконечности ряд из модулей акаты сходится. А это противоречит условной сходимости. А это противоречит условной сходимости. Хорошо. Но это мы рассмотрели случай, когда они оба сходятся, пришли к противоречию. Давайте теперь рассмотрим случай, когда один из них сходится, а другой расходится. Пусть, например, пусть из бкатов сходится. Ну, для определенности. Да, кстати говоря, из этого же рассуждения видно, что и бкатах, и цкатах бесконечно много. Почему? Потому что если бы каких-то из них было конечное число, то мы бы их просто откинули, и в силу принципа локализации мы бы что получили? Что сходимость исходного ряда равносильна сходимости какого-то ряда из только отрицательных или только положительных. А это означает его абсолютную сходимость. Правда же? А ее нету, как бы, да? Вот. Поэтому... понятно, да, что сказал? То есть еще раз. Если бы каких-то членов было конечное число, то это означает, что весь ряд бы состоял только из положительных, начиная с некоторого номера, либо только из отрицательных. Правильно? То есть знак постоянный ряд. Но для знака постоянного ряда сходимость равносильна абсолютной сходимости. А мне что дано? Что сходимость есть, а абсолютной нет. И я прихожу к противоречию. Поэтому и тех дофига. Да? Как в том анекдоте. Да? Вот. Значит, БКТ сходится, а этот раз сходится. А сумма по К от 1 до бесконечности ЦКТ раз сходится. Предположим так. Ну тогда что я сделаю? Я из исходного ряда тогда
вычту, получается, сходящийся ряд. Ну, то есть мне же известно, что у меня, но с другой стороны, но по условию, мне известно, что изначальный ряд, сумма по g от 1 до бесконечности, ажитая, сходится. Но тогда получается, что, значит, у меня существует предел при n, стремящемся к бесконечности, суммы по g от 1 до n ажитых. И существует предел при, ну давайте, k большое, стремящееся к бесконечности. Ну давайте здесь n большое сделаем, n большое, здесь n большое, k большое, k маленькое от 1 до k большого, bk. Окей? Но тогда я что могу сделать? Сходимость ряда из бэкатов, я что теперь скажу? Давайте я просто вычту из ряда, с исходного ряда, просто все неотрицательные компоненты. И из вот этих вот соотношений отсюда будет следовать, что существует предел по k от 1 до k большого ряда из цкатов. Цкатов при k, стремящихся к бесконечности. А это противоречие тому, что мы предположили, что он расходится. Противоречие с его расходимостью. Это понятно? Вот этот момент. Хорошо, если это понятно, то едем дальше. Это мы первый шаг. То есть на первом шаге мы что поняли? Во-первых, что и отрицательных, и положительных бесконечно много. Во-вторых, то, что обе части расходятся. То есть то, что я вам обещал, у нас получается две бездонные бочки. Как бы одна с отрицательными компонентами, другая с положительными компонентами. Давайте я теперь пока что докажу, что я могу сойтись к любому числу. То есть пока что мы доказываем, когда x это число. Вот. Значит, пусть у меня x это число. Это второй шаг. Шаг 2. Теперь я буду производить вот эту процедуру. Как я буду перенумеровывать мои элементы. Эта процедура будет происходить индуктивно. То есть пусть у меня x принадлежит r. Тогда я сделаю следующее. Я скажу, что у меня а с волной первая равно b первая, если x больше либо равен нуля. И а с волной первая, я скажу, что это у меня будет c первая, если x меньше нуля. То есть я смотрю, к какому числу я должен сойтись. Если к неотрицательному, то на первое место я беру первое неотрицательное число. Если же у меня x отрицательный, то я беру первое, наоборот, отрицательное число. Окей? Хорошо, пусть у меня построены теперь уже числа. Далее по индукции. Далее по индукции. Если уже построены числа а с волной первой и так далее, а n-ты, если построены числа а с волной первая и так далее, а с волной n, то я рассуждаю так. Если у меня s с волной n меньше либо равен, чем x, да, и давайте, знаете, как сделаем. Пусть у меня для любого n, вот я введу еще такое обозначение, значит, для любого n натурального, пусть p от n, это у меня... Смысл в чем, что, помните, мы с вами строили там a1 с волной и так далее, и сказали, пусть построено уже an с волной, да, то как мы строили дальше? A с волной n плюс 1. Я вам сказал, что пусть p от n
это количество неотрицательных чисел среди первых А1 и так далее АН. А нужно было-то не это. P от N – это количество неотрицательных среди вот этих вот, уже построенных. Вот в чем дело. P от N – это количество, ну или можно сказать так, количество B1, B2 и так далее, B-катых, то есть количество B-катых среди вот этих А1 с волной и так далее, АН с волной. Вот что важно. И большое спасибо человеку, который на это обратил внимание. Это как бы очень тонкий момент на самом деле, но тем не менее он прав. Да. То есть вот P от N это именно... Ну то есть что такое количество B-катых? B-каты у нас были неотрицательные, я напоминаю. То есть вы смотрите, сколько уже неотрицательных сюда попало. И мораль в чем? Что наша процедура построения последовательности такова, что при этом мы, грубо говоря, никого не забудем. У нас все неотрицательные попадут, и все отрицательные попадут. И тех будет бесконечно в результате нашей этой нумерации. Понятно, да? Вот в чем смысл. То, что в изначальном ряду их бесконечно и тех, это понятно. А вот то, что в процессе нашей вот такой вот хитрой, в процессе нашего хитрого построения новой последовательности волнистых А, что вот среди них, среди для любого n натурального количества отрицательных и количества неотрицательных, при n, стремящихся к бесконечности, будет стремиться к бесконечности. Вот что важно. Понятно, что сказал? Хорошо. Теперь, для чего мне это нужно? Теперь я рассуждаю так. Если у меня Sn с волной меньше либо равно x, то я прибавляю, то есть, то я объявляю, АН, то тогда у меня АН плюс первый с волной, да, мне нужно перемахнуть через х больше, да, то есть стать больше. Я тогда объявляю, что это у меня будет, как бы мне это, я его объявляю тогда B с индексом p от n плюс 1. Вот так вот. Ну, то есть у меня среди вот этих первых n номеров было p от n неотрицательных. P от n может быть нулем. Ну, то есть вполне могло быть так, что у меня шли все отрицательные, отрицательные, отрицательные. И вдруг я оказался меньше либо равен вот этого x. Тогда следующий элемент мне нужно взять какой? Первый неотрицательный, поэтому я беру bp от n плюс 1. Ну а если p от n какие-то были там, то я беру следующий неотрицательный по порядку. Это понятно, что написано или нет? Соответственно, если у меня s с волной n оказалось наоборот больше, чем x, то мне наоборот надо обратно вернуться, стать меньше x. Как я это буду делать? Но я тогда скажу, что тогда бери А с волной n плюс 1, c с индексом n минус p от n плюс 1. Ну давайте я нарисую картинку. Может быть это, не знаю, как-то сложно на первый взгляд понимать. Но идея очень простая. Вот у вас есть ось, по которой вы можете ездить вверх и вниз, x. Вот я ставлю число x, к которому я стремлюсь. Вот смотрите, вот у меня пошли там s1, s2 и так далее, дошел sn, да? Недолет. Вот это недолет получается, ну точнее s с волной n. Если я не долетел, значит надо выше подниматься. А если выше подниматься, значит надо прибавлять неотрицательные слагаемые. Но какие неотрицательные слагаемые? В порядке их следования. Но поскольку в S волной N было P от N неотрицательных слагаемых, значит у меня есть B1, B2 и так далее, BP от N. Надо следующий прибавить. Какой будет следующий? BP от N плюс 1. Я, может быть, и еще не долечу. Но тогда еще прибавлю, прибавляю, 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 хоп, пока не перелечу. Если перелетел,
то начинаю, наоборот, убавлять. Убавлять за счет прибавки отрицательно. Понятно, да? То есть как бы схема такая простая получается. А может быть, я и никогда не долечу. То есть я буду приближаться. Вот. Но на самом деле я перелечу рано или поздно. А почему я перелечу-то рано или поздно, господа? Потому что ряд-то расходится из неотрицательных, да? Я буду неотрицательный прибавлять. Поскольку он расходится, я перелечу рано или поздно. Поэтому вот эта болтанка будет происходить бесконечно много раз. Понятно смысл в чем? И мы сейчас это аккуратно докажем. Мы докажем, что для любого n натурального p от n стремится к плюс бесконечности, и n минус p от n стремится к бесконечности. Давайте мы это докажем. То есть мы пока что с вами другое доказали. Вы скажете, ну мы же с вами только что рассуждали про то, что положительных и отрицательных бесконечно много. Это-то да. Но я говорю о другом. Не то, что положительных и отрицательных бесконечно много, а я говорю, что по мере роста n, среди n будет все больше отрицательных и все больше этих самых положительных. Вот о чем речь идет. Что по мере роста, грубо говоря, плотность заселения вот этих уровней, положительных и отрицательных, она будет примерно одинаковая. Ну так, грубо я очень говорю. То есть это третий шаг у нас будет. Шаг 3. Покажем, что P от N стремится к плюс бесконечности при N стремящемся к плюс бесконечности. И N минус P от N стремится к плюс бесконечности при N стремящемся к плюс бесконечности. Да? Давайте предположим противное, что, допустим, какой-то из них не стремится к плюс бесконечности. Да? Предположим противное. То есть алгоритм понятен, да? То есть как бы я не разрешаю, вот если я перелетел куда-то, все, сразу я двигаюсь назад. Перелетел сюда, сразу двигаюсь вперед. Я не разрешаю им туда лететь, понимаете, как бы. Вот. Предположим, что P от N стремится к, наоборот, предположим, что P от N не стремится к плюс бесконечности. А что означает, что он не стремится к плюс бесконечности? Это же последовательность натуральных чисел. Правда же? P от N это последовательность натуральных чисел. Значит, он ограничен. Значит, существует какое-то N большое натуральное, такое, что P от N меньше либо равен N. И больше либо равен единице, точнее нуля, извините, для любого n натурального. Чудесно. Но если это так, то поскольку... Но если это так, то получается, что у меня будут прибавляться только отрицательные числа. Да? Но тогда получается, что сумма по g от 1 до n а с волной житого будет стремиться куда? Будет стремиться к минус бесконечности. Почему? Потому что у нее будут положительных слагаемых ограниченное число, да? То есть, а все остальные-то тогда, мы же что предположили? P от n, что их ограниченное количество. Значит, n минус p от n не ограниченное количество, а там все отрицательные. А мы с вами сказали, что по отрицательной части мы расходимся. Понятно, да? А если это стремится к минус бесконечности, тогда это противоречит нашему алгоритму. Потому что это означает? Смотрите, ребята, это означает, что в какой-то момент мы стали меньше x. А значит, по алгоритму-то мы должны были тогда двигаться вперед. Да? То есть, следовательно, для всех достаточно больших n натуральных, у меня получается, что s с волной n-то меньше x. Но это противоречит алгоритму, потому что как только я стал меньше x, я тут же должен прибавлять неотрицательные. Но это противоречит алгоритму построения.
построение. Вот. То есть эссенция волной получается меньше x вообще для всех x. И при этом мы как бы ничего не прибавляем. Такого быть не может. То есть как только мы стали меньше x, мы обязаны прибавить неотрицательное, то есть увеличить количество вот это. То есть мы обязаны были увеличить количество вот это n плюс 1. Хорошо. Значит, что получилось? Что у меня p от n стремится к плюс бесконечности и n минус p от n стремится к плюс бесконечности. Хорошо. А теперь что я замечаю? Ключевое наблюдение. Почему я сойдусь к x теперь? Значит, если p от n стремится к плюс бесконечности и n минус p от n стремится к плюс бесконечности, значит, начиная с какого-то n, они оба положительны. Да? Значит, шаг 4 получается. В силу шага 3 у меня n минус p от n больше нуля и p от n больше нуля для всех достаточно больших n. Для любых, для всех достаточно больших n натурально. А если это так, то давайте теперь сделаем ключевое наблюдение. Чему будет равно отклонение x минус s с волной nt? Чем его можно оценить? Ну давайте вот смотреть, какой у нас был алгоритм. Мы идем, дошли, хоп, перелетели. Чем еще раз? Ну не средним элементом. То есть, смотрите, если у нас x минус sn, то какие варианты? Либо он больше либо равен нуля, либо меньше нуля. Да? Это означает, что мы в какой-то момент из предыдущего шага, то есть чем отличается sn с волной от предыдущей суммы? Прибавлением. Значит, sn с волной, это у меня sn минус первое с волной, да? Дальше либо плюс этот самый a с волной p, либо bpn, да? Либо я прибавляю этот самый cn минус pn. Согласны? А в зависимости от чего это происходит? Еще раз. Я предполагаю, что у меня n минус pnt больше нуля и p от nt больше нуля. А что означает, что они оба больше нуля? Это значит, что осуществился перелет. Понятно? А если осуществился перелет, то есть через вот это значение, то есть нету такого, что я иду и не дохожу до x отсюда, либо иду и не дохожу до x отсюда. Если они стали оба положительны, это значит, что перескок произошел. А если перескок произошел, то это означает, что эту штуку можно оценить просто максимум. Модуль, ну давайте так, b, p от n, модуль не будем ставить, либо минус c, n минус p от n. Вот давайте вот в это поверим. Посмотрим, нет, ну в каком смысле поверим? Посмотрим внимательно и убедимся, что это действительно так. Ну то есть еще раз, перескок-то происходит, когда вот мы идем, мы перескочили. На величину чего мы перескакиваем? На величину как раз того слагаемого, которого мы либо добавили, чтобы перейти вверх, либо убавили, чтобы перейти вниз. Понятно, что произошло? То есть еще раз, поскольку они оба больше нуля, это значит, что происходили перескоки и сверху вниз, и снизу вверх. Но если они происходили, то я оценю максимумом из них. То есть, ну, что могло произойти? В какой-то момент я мог очень сильно скакнуть сюда и дальше начать хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп убывать. Да, много-много раз. Но я оцениваю вот этим скачком. Я же взял здесь максимум. Понятно, да? То же самое могло наоборот произойти. Я мог отсюда очень сильно упасть вниз, а потом начать подниматься много-много-много раз. Но я же не измеряю вот эти маленькие подъемчики. Я беру максимум, поэтому я вот эту штуку беру. Окей? То есть максимальный предыдущий перелет, который произошел, я беру.
Хорошо. Но мы же с вами знаем, что n минус pn стремится к этому самому, господи, к бесконечности. И p от n стремится к бесконечности. Это же мы с вами знаем, да? А bp от n и минус c минус n минус p от n – это кто такие? Это элементы из исходного ряда. А исходный ряд сходится, да? Но bp nt и минус c n минус p от nt – это у меня модуль ажитого, да, при некотором g. При некотором g, натурально. Но у меня модуль ажитое стремится к нулю. При g, стремящемся к бесконечности. Поэтому, поскольку n минус pn, так как p от n стремится к плюс бесконечности, и n минус p от n стремится к плюс бесконечности, отсюда следует, что у меня, и потому что ажитое стремится к нулю, получается, что эта штука стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Вот и все. Значит, я сошелся куда нужно. Почему ажитое стремится к нулю, если n не сходится? Так он же просто сходится. А если он просто сходится, то ажитое стремится к нулю. А если ажитое стремится к нулю, то и модуль ажитого стремится к нулю. Понятно? Хорошо. А что делать, давайте я вкратце скажу, что делать, если x равен плюс или минус бесконечности. То есть мы пока рассмотрели случай числа, а как рассмотреть случай плюс или минус бесконечности? Значит, это у нас шаг пятый. Рассмотрим случай x равен плюс бесконечности, так как случай x равен минус бесконечности рассматривается аналогично. Ну, здесь я буду немножко другой алгоритм просто применять. Я скажу, что у меня, ну, опять же, стартуем так же, то есть у меня а с волной первая, это будет b первая, да? И я скажу, что у меня, если построены уже а первая с волной и так далее, а n с волной, то я скажу, что они у меня, скажем, что у меня sn с волной, если у меня определено, если оно больше, чем... А, ну да, если sn с волной у меня больше, чем n, то я начну убавлять, да, то тогда у меня будет этот самый а n плюс первая с волной, и я тогда возьму c n минус p от n плюс 1. А если у меня sn с волной меньше, чем n пополам, да, то тогда я прибавляю. То тогда у меня а с волной n плюс 1 у меня будет, пусть, ну давайте меньше либо равно, у меня будет этот самый b p от n плюс 1. Вот так вот. Ну все. И тогда у меня получится... Дальше все по аналогии. Дальше также доказывается, что p от n стремится к бесконечности, n минус p от n стремится к бесконечности. И мы получим, что s с волной n стремится к плюс бесконечности. При n, стремящемся к бесконечности. По алгоритму построения. Вот. А куда вы их запихнете? Вам же все равно их нужно куда-то девать, отрицательные. Понимаете? И здесь нужно делать вот такую болтанку, и их все равно придется куда-то прибавлять, вычитать. То есть вы не можете сначала все положительные сложить, а потом у вас останется минус бесконечности, и вы ее куда-то вычтите. Нет, мы же все-таки работаем индуктивно, и мы перебираем все числа, и положительные, и отрицательные. Вот. Ну, да. Что? Между чем еще раз? Ничего. Вы перемахнули через n, да? Начинаете убавлять. Убавляете до тех пор, пока не достигнете n пополам. Как только достигли n пополам, начинаете прибавлять. Вот. А
А? Нет, N. Почему? Ну, сейчас, подождите. Значит, если у меня... А, окей, окей, я понял. То есть мы тогда не знаем, что мы делаем, да, получается? Ну, хорошо, да, да, давайте так сделаем, действительно. Давайте N поставим, это я лихо. Сейчас. Так у меня аккуратно будет рассуждение. Значит, если я перемахнул через N, то я начинаю убавлять. Тун-тун-тун-тун-тун. Нет, здесь все-таки хитрее как-то нужно. Здесь нужна последовательность. Сейчас. Нет, здесь я немножко неаккуратно написал, потому что S с волной, N мы, конечно, это слишком сильное условие. Нам нужно какую-то взять последовательность, стремящуюся к плюс бесконечности. Вот что нужно сделать. Как бы нам это сделать? Нет, так не пойдет в таком, потому что у нас всегда может быть S с волной меньше либо равно, чем N, потому что может быть очень медленная расходимость. Смотрите, давайте я пока что не строго это объясню, потом я, может быть, файлики вам напишу, это более строго. Просто сейчас не хочу время тратить на это. Значит, здесь смысл в чем? Нужно рассуждать так, что нужно сначала отобрать первые, давайте так скажем, первые n1, ну какое-то число n1, на котором у меня s с волной n1 превысит единицу. Да? Потом нужно взять число n2, на котором у меня s с волной n2 станет меньше либо равно 1 второй. Да? Давайте так, то есть n1. N1 – это первое натуральное число. Первое натуральное число, для которого вот так вот, да? Дальше N2 – это пусть у меня будет первое натуральное число. То есть если я превысил N1, вот так вот взял, да, то дальше от N1 до N2 у меня идет прибавление всех отрицательных чисел. Вот так вот я сделал. И получается у меня дальше первое натуральное, для которого вот это меньше либо равно 1 второй. Дальше n третье, что это будет больше двойки. Sn третье больше двойки. N четвертое, Sn четвертое меньше либо равно единице и так далее. Да? То есть дальше я иду вот именно вот такой вот лесенкой. Дальше я пойду в 4 в 2, да? Дальше 8, 4 и так далее. Вот такая вот раскачка пойдет. А между этими числами, то есть если n1 – это первое число, для которого я стал больше единицы, дальше я сюда прибавляю все отрицательные до тех пор, пока sn2 не станет меньше либо равно 1 второй. Дальше прибавляю все положительные, пока не стану больше двойки. Да? Потом все отрицательные, пока не стану больше единицы. Потом все положительные, пока не стану больше четверки. Потом все отрицательные пока не стану, меньше либо равно двойке и так далее. Да? Там 8, 4 и поехали. Вот по такой схеме двигаемся, чтобы достичь плюс бесконечности. Хорошо? Смысл такой. А аккуратно давайте я вам тогда распишу в PDF-ке это дело. Смысл понятен, да? То есть нужно создать такой челнок, грубо говоря, что создать последовательность номеров, то есть на n1 я превосхожу единицу, на n3 двойку, то есть на n2k плюс первом, на n2k плюс первом я должен превосходить 2 в степени k, да, то есть у меня s n2k плюс первое, а это будет первое число, при котором я стал больше, чем 2 в степени k. А, соответственно, s на четных номерах, Sn 2k, это у меня должно быть меньше, чем 2 в степени минус 1 минус k. Вот так вот. Да? Точнее, k минус 1. Вот. Вот что у меня произойдет. Правильно или нет? N второе должно быть сейчас. K равно 1, значит, минус 2. Да, минус 2, вот так. К минус 2, вот так.
Вот такая вот схема. Вот. Хорошо. Ну все, на этом мы с теоремой Риммана завершаем. То есть она показывает, что наше представление о рядах, оно достаточно туманно, потому что получается, мы не понимаем, что такое сумма ряда. Потому что, ну если мы можем получить все, что угодно в результате перестановки, ну что ж в этом хорошего? Поэтому, иными словами, вот то определение суммы ряда, которое мы дали, оно хорошо и правильно только для абсолютно сходящихся рядов получается. Хорошо. Давайте мы теперь поговорим про перемножение рядов. Теорема. Пусть у меня... Ну, давайте сначала скажем, что определим отображение. Значит, определим отображение, то есть m от g, n от g. Пусть это у меня будет g от 1 до бесконечности. Это биекция. Ну, это последовательность, которая нумерует все пары натуральных чисел, да? То есть, давайте скажем так, mn, пусть это у меня будет из n в n квадрат, вот так более аккуратно скажем. N квадрат — это декартово произведение, n на n. Это у меня биекция. Ну, то есть, что это означает? К каждому числу g поставлен в соответствии какая-то пара натуральных чисел m от g, n от g. И наоборот, любой паре соответствует какой-то g, на котором эта пара принимает свои значения. Вот. Это удобно реализовывать в виде таблички. То есть здесь у меня будет m, здесь будет у меня n, здесь 1, 2, 3 и так далее. Да? И здесь тоже у меня будет 1, 2, там, 3 и так далее. Вот. Сейчас я объясню, зачем эта заготовка. Так вот, пусть у меня есть два абсолютно сходящихся ряда. Ну или давайте лучше так, g от 1 до бесконечности. AG-t, сумма g, BG-t, два абсолютно сходящихся ряда. Тогда для любой биекции MN, тогда для любой биекции MN, которая действует из N в N квадрат, ряд сумма по G от 1 до бесконечности AN от G, BM от G. Ну да, здесь тогда лучше было здесь BM поставить, извините, BM, а здесь AN. Ряд сходится абсолютно. Для любой биекции такой. И его сумма есть произведение вот этой суммы на вот эту сумму. Давайте мы ее назовем S1, это S2, а это просто S. То есть его сумма S равна просто произведению S1 на S2. Вот такая вот теорема. То есть возникает вопрос, что значит перемножить два ряда? Что такое перемножить две конечные суммы, вы знаете, да? Нужно каждое слагаемое из первой суммы умножить на каждое слагаемое из второй суммы и все это сложить. А здесь как делать? Какой способ перемножения? Кого с кем множить-то, а, господа? Вот в чем пафос-то ситуации. И вот здесь и нужна эта биекция. Вот эта биекция, она определяет как бы закон спаривания, да, то есть при каждом g мы m от g ставим в пару к n от g, да, вот. Мне же нужно все эти пары перебрать, и чтобы все мне их перебрать и аккуратно занумеровать, мне и нужна вот эта биекция, грубо говоря.
Давайте мы сначала докажем, что при любой биекции у меня все сойдется, а потом докажем вот эту формулку, что S равно произведению S1 на S2. Так, успеваем, не успеваем. Вроде успеваем. Так, давайте начнем со следующего. То есть покажем, что ряд абсолютно сходится. Значит, на первом шаге мы покажем, что А, N от G, Б, М от G абсолютно сходится. Как я там обозначил? А, N от G, да, у меня? А, N от G, Б, М от G, сумма по G от 1 до бесконечности сходится абсолютно. Окей. Что я делаю? Я фиксирую какое-то большое число G. Пусть G — это большое натуральное число. Тогда давайте мы рассмотрим N большой от G большого. Это есть максимум N от G по всем G от 1 до G большого. Да? И то же самое я возьму M большое от G. Это есть максимум по всем M от G от единички до G большого. Логично? Логично. И тогда я скажу, окей, а теперь я возьму сумму по g от 1 до g большого модуль amn от g, модуль bm от g. Чем это можно оценить? Ну, смотрите, n большой от g — это максимум всех номеров. Значит, здесь присутствуют номера какие? N от G. Все номера в диапазоне от 1 до NG. Ну, в смысле, не все, а, скажем так, все вот эти N от G, они находятся в диапазоне от 1 до N большого от G. Правда же? А все вот эти номера M от G в чем находятся? В диапазоне от 1 до M большой от G. Правда же? Но сумма произведений чем можно оценить? Это тогда можно оценить просто суммой, смотрите, по n от 1 до n большое от g, а nt, на сумму по m от 1 до m большое от g, bmt. Согласны? Раскройте скобки. Понятно, что произошло? То есть еще раз, все возможные пары n от g, m от g, поскольку у меня n от g где болтается, смотрите, n от g болтается вот здесь, согласны? Потому что n большой от g — это максимум из них. То же самое у меня m от g болтается где? От 1 до m большой от g. Значит, здесь среди всех вот этих сомножителей присутствует, ну, вот этих всевозможных пар, точно не меньше, чем если я раскрою вот эти две большие скобки. Это понятно? Мы модули забыли, да. Спасибо. Понятно, что произошло? Но ряды-то эти сходятся абсолютно, мне же это дано. Смотрите, вот эти друзья сходятся абсолютно. Если они сходятся абсолютно, значит, супремум по всем G будет меньше плюс бесконечности. Значит, что отсюда следует? Значит, отсюда вывод какой? Супремум по всем g большим натуральным от произведений g от 1 до g большое модуль a n от g модуль b m от g чем оценится? Супремум по всем n, но супремум по всем n. Супремум по всем n, сумма модулей n от 1 до n большого модуль an, да, на супремум по всем m натуральным из модулей, чего там, bm, m маленькое от 1 до m большое. А это меньше плюс бесконечности. Ну и в силу того, что мы знаем критерий для сходимости рядов с неотрицательными членами, если супремум конечен, то это означает, что ряд сходится. Следовательно, ряд из произведений сходится абсолютно. А n от g
B, M, G сходятся абсолютно. Ну а если он сходится абсолютно, то в силу доказанной теоремы можно сделать любую перестановку. Значит, так как ряд сходится абсолютно, то члены ряда можно переставить как угодно, и сумма не изменится. Так как ряд сходится абсолютно, члены ряда можно переставить без изменения суммы. То есть теперь я хочу доказать формулу, что S равно произведению S1 на S2. И я теперь выберу ту перестановку, которая мне удобна. То есть я сначала доказал, что ряд сходится абсолютно, а теперь я говорю, ага, если он сходится абсолютно, то значит я могу переставлять члены так, как я хочу, и получу ту же сумму. Так давайте я переставлю так, как мне это удобнее сделать. Члены ряда можно переставить без изменения суммы. И вот тут я и обращаюсь к моей табличке. Смотрите, здесь у меня как будут пары идти? 1, 2, в смысле 1, 1, 1, 2, 1, 3 и так далее. Здесь 2, 1, 2, 2, 2, 3 и так далее. 3, 1, 3, 2, 3, 3 и так далее. Так какую я теперь нумерацию возьму, господа? То есть мне теперь хочется эти пары занумеровать так, чтобы мне было наглядно видно, что S стремится к произведению S1 на S2. Как мы скобки раскрываем? Ну вот давайте так и занумеруем. Это будет первый, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. То есть буквами G, да, начнем делать большими конями. Ход конем. Вот такая нумерация. И что тогда будет? При такой нумерации, если я просуммирую по g от 1 до n квадрат, потому что сколько здесь элементов в табличке 3 на 3, 9 элементов, 4 на 4, 16 элементов, n на n, n квадрат элементов. Значит, если я возьму сумму до n квадрат, здесь какая-то уже будет другая нумерация, поэтому давайте я назову an с волной от g. B, M с волной от G. Это нумерация N с волной, M с волной. N с волной, M с волной. Это нумерация таблицы буквой G. Да? Вот я прям так напишу. Значит, вот это будет вот такая нумерация. И тогда чему она просто равна, господа? Ну, это просто есть произведение. Это же сумма n от 1 до n большого а n-того, правда же? На сумму m от 1 до того же n большого b n-того. Ну все элементы из квадрата перебрать. Это и значит одну сумму на другую скобки раскрыть. Все различные произведения элементов. Все различные а n-ты от 1 до n и все различные b n-ты от 1 до n. Вот они все эти нумерации сидят вот в этой таблице размера n на n. Ну и все. Я же знаю, что если ряд сходится абсолютно, то он просто сходится. Значит, эта штука имеет какой-то предел. И вот это имеет предел. Да? Предел произведения равен произведению пределов. Значит, эта штука стремится к чему? К произведению предела вот этой на предел вот этой. То есть стремится к S1 на S2. Да? То есть вот эта штука стремится к S1 при n большой, стремящейся к бесконечности. Вот эта штука стремится к S2 при n большой, стремящейся к бесконечности. Ну а тогда эта штука стремится к S1 на S2 при n большой, стремящейся к бесконечности. Вы скажете, но здесь же dn квадрат суммируется. А нужно-то до какого-то n. Я скажу, ну и что? Если вы знаете, что ряд сходится, а вы знаете, что он сходится, и вы доказали, что предел его подпоследовательности чему-то равен, то и предел всей последовательности равен тому же. Правда же? Но так как ряд, сумма по G от 1, а почему он сходится? Потому что он абсолютно сходится. И мы сказали, что можно нумеровать как угодно. Вот эта штука, значит, N с волной G, BM с волной G сходится, следовательно, предел вот этой суммы до n квадрат при n стремящемся к бесконечности, ну давайте я здесь не буду писать, да, равен просто пределу при n стремящемся к бесконечности вот этой суммы
до N. Вот и все. Вот. Ну все, конец. Конец доказательства.